Доброе утро, Россия молодая. Меня зовут Денис Муравьев. А я Анна Мельник. Мы расскажем вам о сильных и смелых. О молодых и талантливых. О подвигах и героизме. О родине и тех, кто ее защищал. Обо всем этом и не только мы расскажем вам в нашем проекте «Россия молодая». Они живут на природе, купаются, когда хотят, поют песни у костра, участвуют в соревнованиях. И все это у них считается рабочим временем. Аня, такого вряд ли кто откажется. Давай посмотрим и позавидуем. Ведь ежегодный слет «Молодежь и полиция» собрал десятки участников. Конечно, мы немного преувеличиваем. Там все намного серьезнее и работать тоже приходится. Давайте посмотрим. Настоящие полицейские готовы ко всему. Будущее к этому стремятся и вовсю тренируются. Нырнуть в речку в 14 градусов и под мелким дождиком уже не проблема. Молодежь и полиция – это единственный слет, который объединяет действующих сотрудников полиции и бойцов отрядов правопорядок, которые только планируют ими стать. Уже четвертое лето подряд они собираются в палаточном лагере в Борисоглебском районе, чтобы пообщаться, поделиться опытом, а заодно выяснить, кто быстрее, выше, сильнее – опыт или молодость. Всего на маршруте 14 точек. Каждую собрать, ни одной не потерять. Кировский. Отойди. Внимание! Поехали! Весь день расписан по минутам. Утром подъем, зарядка, пробежка, занятия. После обеда эстафеты и соревнования. Вечером творческие конкурсы. Вот, например, сейчас тутаевцы убежали в лес на ориентирование, а ростовцы уже оттуда вернулись. У нас всегда так начинается. Да, да, у нас все, да. Все правильно. Все, спасибо. Мы из Ростова. Приехали сюда не в первый раз. В основном старым составом. Настроение хорошее. Хорошие, нацелены на победу. Молодежь, они еще слабенькие по сравнению с нами. Мы еще им дадим фору, очень хорошую. Ну, вопрос, конечно, спорный. Молодежь может и менее опытна, но на победу нацелена более чем конкретно. Внимание, начали! В этот раз у нас не очень получилось, мы потеряли весло, у нас сломалось. У нас еще выпал один участник за борт, это огромный штраф, это минус. Мы не должны терять своих бойцов. Интересно в лагере? Очень интересно. Что здесь такого особенного? Чего отличает его от обычных палаточных лагерей? Оргкомитет здесь самый хороший. Вот Палыч самый такой лучший организатор. Да, еще варианты? То, что в обычном палаточном лагере обычные дети, ну, то есть сверстники, а здесь сотрудники полиции, с которыми можно пообщаться, узнать очень много нового. Самое главное испытание слета у ребят впереди. Марш-бросок на местности длиной в полдня и километров в 5. Этапов много. Один из самых ответственных – заминирование участка. Здесь даже взрослым есть чему поучиться. Они спрашивают, что делать при обнаружении, каким способом, как схитрить, если у них такая ситуация, что они в командировке, да, что если не встретили, например, в Дагестане, в Чечне, такое взрывное устройство или такую мину, как сделать, чтобы их товарищи не погибли. То есть то же самое, только в более короткие сроки, практически одновременно. Вот эта маленькая шашечка, детонирует взрывчатку, находящаяся с самым именем. Притягивает дружба, друзья, обстановка непринужденная, природа, палатки, костры и очень много позитивной молодежи, которая приезжает сюда отдыхать, соревноваться, делиться опытом и позитивно проводить время. Как издревле было. Старшие все время передавали опыт младшему поколению. Здесь, соответственно, мы имеем уже опытных сотрудников, которые были в боевых командировках, опять же, на боевых выходах. Они могут передать именно тот практический опыт, как бы, подрастающему поколению. Понятно, что полиция может передать молодежи. Наверное, нужна какая-то обратная связь. Что молодежь может передать полиции? Проблема отцов и детей, разница поколений. Они, соответственно,
хоть как-то ближе понимают, чем живет сейчас молодое поколение. Сама тема патриотизма, как я уже лично в моем понимании, как бы она у нас идет обычно фоном. То есть у нас нет именно как бы вот прямо вот такого кускового там какого-то именно занятия. У нас все идет по фону, все в мелочах. Как бы тут из этих вот мелочей, соответственно, вот оно все собирается. То есть как бы инструктора, соответственно, какие-то справочки из истории, вспоминают героев опять же всех. Соответственно, те же сотрудники, они говорят те фамилии, те имена, которые обычно не слышно на основной большой публике. Так что вот фоном все потихонечку из мелочей все собираем. Четыре команды, и наша выиграла. В Севастополе завершился финал военно-спортивной игры «Победа». Участники – кадеты от Камчатки до Калининграда. Нашу родную Ярославскую область представляли ребята из Переславской Свято-Алексеевской пустыни. Слаженность действий, командный дух и хорошая подготовка позволили молодым людям побить все рекорды. Кстати, в составе были и девушки. Все прошли тестирование на знание истории и военной техники, сделали творческую презентацию и, главное, это состязание. По сумме очков команда нашего региона стала абсолютным чемпионом. Набрала больше всех очков. Я думаю, мы победили, потому что у нас вот первых мест у нас немного. У нас там вот главное на соревнованиях, чтобы попасть в десятку лучших результатов. У нас самое большое место это 13-е было. Вот если как бы не выходишь за десятку, идешь 4-е, 3-е, 2-е, как бы в сумме получается хорошо. Команда была очень сплоченная. Все слушались. Дисциплина была на высоте. Самая сложная полоса препятствий. Полоса на 400 метров считается самой тяжелой дистанцией. И вот, ну, она как бы считается самой сложной, еще вдобавок с препятствиями, но как бы тяжело. Патриот, гражданин, воин. Есть ли люди, которые удачно совмещают все три жизненные позиции? Участники оборонно-спортивного лагеря точно знают ответ на этот вопрос. Уроки истории, соревнования, лазертаг. На 10 дней ребята уезжают из цивилизации и проходят проверку в полевых условиях. Смотрите. Командир взводов проверить личный состав, с места доложить. Товарищ генерал, первый легион в полном составе построен. Лист незаконно отсутствующих нет. Товарищ генерал, второй взвод, молодая гвардия, в количестве 19 человек построена. Через 20 минут начнется то, ради чего эти ребята сюда приехали и к чему неделю готовились. Марш-бросок, соревнования, где нужно выложиться по полной, показать все, на что ты способен. 150 молодых людей и девушек еще в начале смены поделились на 6 отрядов. Только здесь он называется взвод. Тогда, признается Максим Хачатурян, он еще не знал, что его ждет. Когда мы сначала пришли, мы были не сплоченные, ругались. Ну, не было как такого поддержки. Сейчас мы сплоченная команда. Никто не хочет уезжать, всем тут нравится. Первые дни очень сложно. А в чем была сложность в первые дни? Бег. Команды и отжимания. Сейчас, спустя 10 дней, Максим готов к марш-броску. Появилась выносливость, ловкость, а главное – стремление участвовать и побеждать. Все формируется здесь в лагере. И патриоты, гражданин, и воин. Бежим, останавливаемся на определенных дистанциях, выполняем задания. Если выполняется неправильное задание или с какими-то недочетами, получаем штраф. Эти штрафы превращаются в секунды. Поэтому о секундах свысока здесь никто не думает. Кроме того, ребята уверены, у природы нет плохой погоды. И пусть несколько дней шел дождь, и кто-то даже уехал домой, ничто не помешает хорошему настроению. Погода была холодная, конечно, да. Но сейчас вот настроение разгуливается, так как погода лучше становится, солнце выходит. Девчонки готовятся к вечернему мероприятию. Время строго ограничено. Весь распорядок дня у молодых бойцов распланирован. Подъем 8:30. Потом у нас зарядка. Потом у нас завтрак, потом у нас вот три свистка, когда мы всем лагерем собираемся на этой поляне. И потом этот уже спортивные игры, нам вот генерал говорит, что распорядок дня дальнейший. Точно так же по звуковому сигналу начинается и марш-бросок. Бегу! Не-не, нельзя вот под эту веревку, я так понимаю. Выше проволоки нельзя. Да, да, да. Все, Миш, поджигай. Ты слишком много сил. Все нормально. Все, короче. Впереди 17 заданий на меткость, умение ориентироваться в лесу, ловкость. Важно не только уметь стрелять, здесь необходим командный дух. Смог сам, помоги другу. Один из этапов – заминированный участок. Здесь необходима сноровка и аккуратность. Чудо!
Дальше. А это, по легенде, опасное болото. Здесь без поддержки точно не обойтись. Здесь направьте. Твою руку. Оно сейчас свалится. Минное поле и стрельба из пистолета, признается Аня Антонова, не освобождает от женских обязанностей. Девушки даже успевают сделать макияж. С утра просыпаемся пораньше. Даже в таком военном лагере, да, мы остаемся девушками, хотим быть красивыми, милыми. Организаторы лагеря – областное агентство по делам молодежи. ПГВ проходит в области уже 14 лет. Многие приезжают не по одному разу. А самое печальное, признается директор, это последний день смены. Кто как разъезжается, многие не хотят уезжать, цепляются за деревья, говорят, мы отсюда не пойдем никуда, вот, возьмите нас еще. А у них проходят семинарские занятия, у них проходят практические занятия, у них проходят кружки, все они на направлено вот именно на развитие вот этих трех качеств. Семинарское занятие у них проходит по государственной символике, по краеведению, ну и так далее, очень многое. Каждый человек должен быть в своей душе патриотом, гражданином своей страны, ну и к парням больше относится то, что должен защищать свою родину. Смена 2015 закончилась 17 июля, но дружба осталась. Ребята уже договорились о встрече в Ярославле. Наша программа подошла к концу. На этом все. С вами были Анна Мельник и Денис Муравьев. Хороших выходных и до встречи в эфире. Увидимся на телеканале «Россия».